братья пчеловоды. Следующий ролик — сюжет про мою колоду. Доделал я колоду эту, укомплектовал ее. Сейчас покажу, что получилось. Это крыша. Король накрыл. Чтобы дождь не забивал. Сверху. Так, и вот так. Значит, здесь рубероид закрыл вставную доску и веревочкой все притянул, чтобы легче было разбирать. Так, снимаем. Холстик сверху. Вставная досочка. Оп. Вставная досочка. Там мусор какой остался. В общем, ситуация такая. Вот, значит, внутрь сделал, снозы поставил. Здесь вот такая вот, вот такая вот палочки. Обработал воском, прикрепил кусочки сотов. И пока так стоит. Пока стоит. Ждем роевую пару. Пока роев нет. 29 мая. Роев пока не было. Прорезал литок. Тоже прикрепил запрополисованный холстик, кусочек сюда для запаха. В общем, все готово к заселению. Ждем рой. Вторая колода в процессе работы, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите следующих выпусков. Всем до свидания.